Йоу, салют всем, с вами Мастхэт, и Steam наконец-то дропнул клип на 6-й раунд. Я ждал этого, чтобы не делать просто на трек. Он вышел, и по традиции уже, с какого, с 3-го раунда я делаю на каждый его клип реакцию. Самый первый, самый популярный. Блин, интересно, вот если Steam видел хоть один... Вообще, видел он хоть одну реакцию или нет? Потому что мне он нигде не писал, даже не отметил, что, ну, типа, вот, посмотрел. Не было такого. Но я видел, что там режиссер прошлого клипа закидывал в сторис мою реакцию. Тоже неплохо. Ладно, давайте чекать. Эта песня про порцию твоей уязвимости. Весь твой кибернетик сесть Карина USB бы стик. Пик достигнут артист на час. Еще один бесперспективный статист зачах. И по ошибке тут, по ошибке скользкого с басотой. Но я выкину тебя за шкирку собственной персоной. Твои фэны пригорают, мол, я пенсионер. Но ведь твои фэны те, у кого пениса нет. Еще сезон тебя по форсе 3. Но переживет твой рэп следующую осень ли? Думаю, нет, конечно, Юр, нет надежды. Но сколько я таких вас видел, будто век живу. Ты как ухуху гуфа, отлетаешь на раз сейчас. То, что я делаю с твоей карьерой, это летальный харассмент. Твоя очередь не сдать трек, тут, впрочем, топки рестарт нет. Поэтому я буду безошибочно действовать дальше так, чтобы терзать всех. Про рэп на сезон, типа, это прикольно, что нужен ли он будет кому-то следующей осенью. Это интересно, на самом деле, да. Как суповой набор для бедова. Больше клише, а то не больно хитово. Челочка, автотюн, драксу и аниме. Раз и ты уже фэнбазу наскоро займел. Нахуй так жить вообще? Где тут, блядь, творчество? Когда артистов конвейер закончится. Стать как Ван Гог мне все чаще не имется. Ёбаный цирк восходящего солнца. Этот дурак хочет фейма, я ему его дам. Это будет фейком, так же как он и идет, дам. Его навсегда запомнит, как слетевший вот шестом. Этот дурак хочет фейма, но отмешен и жестом. Я тебе сейчас открою секрет. Зачем я этот коктейль намешал? Не для того, чтобы с твоей рожи стереть, а реальным сделать твой наклеенный шрам. 9 разных волн на одном бите. Те ингредиенты, чтобы одобрить. Хоть я и не бармен, но сумел соблюсти пропорции в рецепте твоей уязвимости. 9 разных волн на одном бите. Те ингредиенты, чтобы одобрить. Хоть я и не бармен, но сумел соблюсти пропорции в рецепте твоей уязвимости. Так. Ты можешь многое про меня сказать, но правда ли это все? Да, я два десятка лет с рэпом в богатстве и в бедности, но изгой. И сам в этом во многом виноват. Порой пугаюсь, обернувшись, сколько дров я наломал. Я был неуязвим в начале, по крайней мере, считал тогда. Сейчас, конечно, многое пустил через редактор, жаль, нельзя. Но все это часть долгого пути, где сотни опровергнутых уже мной догм и парадигм. Представь, что я в невидимой броне стартовал, но ее прочности и пределу вы теперь. Староват с годами, поизносилась в пробоинах вся и в брешах, ошибки, ляпы, падения. Урон был тут неизбежен от надежды русского рэпа до среднего поп-певца. Из любимца форумов того, кого следует порицать, будучи голодным до славы, хуями крыл без разбора всех. Неудивительно, что я и комьюнити теперь порознь. Из тех, кто был тогда за меня горой, слились все. Я лишь хотел расти, но слышал спину, Стима попсел. Не шел бы на компромиссы, остался в толком не признан. Попробуй 10 лет назад пробиться с нон-конформизмом. Не было пабликов, тиктоков или чартов ВК. Не приходилось лезть на радио и в чертов экран. Это сейчас МС поющий в припевах норма вещей. А раньше мне все предъявляли, мол, как можно вообще. И те удары, за которые так любят попенять мне, на моей броне остались навечно лютыми вмятинами. Тебе предстоит только пройти там, где мой след уже. И если повезет, добро пожаловать, ты следующий. Тропой не проторенный, я шел у всех на виду. Хроники моей жизни словно список серий в Ютуб. Как на ладони, а что мне про тебя сказать, чтоб вынести? Мы с тобой непропорциональной уязвимости. Интересно. На твоей новенькой... Блин, мне понравился этот лиричный куплет. Он вначале сделал дис, да, вот типа обычно делал там парт на раскрытие, потом дис. Он вначале сделал дис, потом сделал такой лиричный кусок, и он очень крутой. Ну типа это интересный сторителлинг. Мне он очень понравился по мысли. И... Бля, я бы такой закинул себе в плеер просто послушать. Потому что, ну, это очень классно звучало. Я сказал, в плеер, да, как это по-старому было, в плейлист. Броня не царапины, неуязвимым быть легко в самом начале пути. Но я тебя предупреждаю заранее, не факт, что до конца удастся дойти. На твоей новенькой броне не царапины, неуязвимым быть легко в самом начале пути. Но я тебя предупреждаю заранее, не факт, что до конца удастся дойти. А что мне про тебя сказать, чтобы вылезть про тебя? Чтобы вынести, мы с тобой непропорциональную уязвимость со мной.
так, ну что могу сказать по треку? Лиричная часть мне очень зашла. Типа, она прям крутая. Ну вот прям крутая. Прям вот в сердечко вот туда. По диссу, ну прям колкостей каких-то я не услышал. Было прикольно про то, что он типа певец на один сезон, когда закончится этот конвейер, конвейер артистов, да. Но, блин, ну прикольно. Работа хорошая. Я не слышал, что сделал Ангел. Но, не знаю, это, по-моему, это сильнее, чем предыдущий раунд. По-моему, вот мне так кажется. Диссовая часть была неплохая, лиричка мне понравилась, прям, ну так, хорошо зашла. А раскрытие темы, ну вот, это конченная тема, конечно, но вот из тех, кого я слушал, там, Крид, Чуз, еще там парочку было, они особо не раскрывали эту тему. Здесь я больше слышал про тему, чем в других треках, вот так могу сказать. В целом, блин, просто если оценивать отдельную парт лирики, я бы поставил десятку. Вместе с диссом, я думаю, это 8-9 где-то. Мне понравилась эта работа. Это, ну, типа, как всегда сильно. Как всегда сильно. Я надеюсь, что Steam пройдет дальше. Потому что Ангела я не слушаю. И вот это типа... Ну, такой, ну Steam это все-таки... Это Steam, бля. Это вот... One love. Ну, я не знаю. Мне нравится, как он пишет лирику. Типа, лирика у него всегда была сильная. Поэтому напишите свое мнение в комментариях. Мне будет его интересно почитать. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Заходите в описание, там есть ссылочки на мои соцсети. Подписывайтесь на них, в ВК добавляю всех друзей. Ну, с вами был Мастхед. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.